бронхиальная астма, вдруг приступ начнется бронхиальной астмы, мы можем тут же оказать помощь. Тепловой и солнечный удар. Мало того, что все по полочкам, но еще и по коробкам. В каждой из них расписаны препараты. Когда счет идет на секунды, это может помочь сохранить здоровье, а то и жизнь. Галина Богатырева в здравоохранении без малого полвека. Три из них трудится здесь, в детском оздоровительном лагере «Буревестник». Считаю, что по Санпин это самое главное у нас, по Санпину работать. И те замечания, которые нам делают, мы стараемся устранить как можно быстрее, как можно скорее и лучше. На этот медицинский пункт обратила внимание Вера Севрюкова, депутат муниципального совета и один из ведущих отраслевых экспертов не только в крае, но и в стране. Небольшое помещение, но он сделал как правильно, так как нужно, по стандартам. Пляжные территории обходят муниципальные депутаты, медики, представители Роспотребнадзора и городской администрации. Заместитель главы города Эдуард Балмышев осматривает ассортимент в одном из пляжных магазинов. Соки, лимонад, мороженое, печенье или аналогичная продукция в промышленной упаковке. И никакого алкоголя. Здесь же символическое ограждение, при том, что расстояние до моря достаточное. А тут забор капитальный и очень близко к воде. Когда начинается шторм, то уже не остается сухого места, чтобы пройти или проехать на велосипеде. Гости и жители неоднократно жаловались. Депутаты обратили на это внимание и намерены принять меры в рамках своих полномочий. Впечатление в целом – явный прогресс по сравнению с прошлым годом. То, что мы посмотрели, на нас произвело благоприятное впечатление. По сравнению с прошлым годом, конечно, установки лучше, достаточно более красиво оформлены, больше лежаков, вот, больше теневых навесов, оформлены хорошо медицинские посты. Конечно, есть недочеты, которые мы нашли, указали, но в целом ситуация можно поставить, допустим, 4+. Комиссии показали новую инфраструктуру для маломобильных граждан на центральном пляже, специальную раздевалку. В этом году заменили деревянный настил. Расстояние между досками уменьшили, чтобы не цеплялись колеса. Дорожка ведет прямо к морю, где дежурит специальная коляска. Море нормально? Все, вчера купался. В Роспотребнадзоре обращают особое внимание на режим купания детей, а также ведут постоянный мониторинг качества воды. Пробы берут каждые 10 дней в 15 точках. Лабораторное качество воды проверяется по многим показателям – органолептическим, химическим и микробиологическим. На сегодняшний день все пробы воды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Это был первый выход комиссии на побережье, но уже в ближайшее время тем же составом наметят новый маршрут. Ситуацию будут держать под контролем в течение всего пляжного сезона. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.